Главный тренер Тульского Арсенала Олег Коннов. Олег Юрьевич, с победой. Всем. Скажите, пожалуйста, в психологическом плане, насколько важна эта победа для Арсенала? Ну, конечно, важна. Мы в гонке, можно так сказать. Поэтому в первую очередь хочу поблагодарить ребят, которые сегодня отдали все силы для этой победы. Впервые были заменены Шумских и Хабибов. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Травма. Ткачев вот вернулся на поле, тоже он полностью восстановился? Ну, он восстановился, но, конечно, так как он только входит, можно так сказать, в форму после травмы, поэтому на сегодняшний день достаточно было 60 минут. Во втором тайме Арсенал очень низко сел в оборону. Почему это случилось? Ну, в первую очередь, соперник очень активно играл, но я думаю, чисто психологически ребята хотели больше сохранить счет, ну и, соответственно, в первую очередь из-за этого. Что можно сказать об игре «Камаза»? Удивил, чем был сегодня ваш соперник? Очень хорошая команда, и мне очень понравилась. Команда играющая, начинает свою игру от ворот и уверенно работает с мячом. Ну, хорошая, обоюдоострая игра с обеих сторон, что с Арсенала, со стороны Арсенала, что с нашей стороны. Что касается первого тайма, было достаточно создано моментов. И у нас, и у соперника. Ну, тут вышло на первый план реализации. К сожалению, мы свои не реализовали. Соперник реализовал. По второму тайму преимущество на нашей стороне. Очень много создано голевых моментов. Не реализовали, к сожалению, пенальти. Ну, подвела реализация, поэтому такой результат. Как считаете, если бы матч проходил в набережную Челна, было бы команде проще? Не знаю, тут просто поле идеальное, искусственное. У нас, конечно, было бы другое поле. Ну, возможно, был другой результат. Но еще раз говорю, не из-за этого сегодня мы проиграли. Что можно сказать про атмосферу? Атмосфера великолепная. И хотел поблагодарить, конечно, наших болельщиков. Они, несмотря на поражение, всегда поддерживают нас. Большое им спасибо. Ну, поэтому... им и респект.